Сегодня идет международное открытие мотосезона в городе Чингите, на территории Южного Казахстана. Так что добро пожаловать наши гости. Итак, я представлю, кто сегодня будет тащить этот день. Это МС Гогич и просто Дима. ...2018 год. Грандиозное открытие мотосезона. Друзья, как ваше настроение? Ну же, чуть-чуть, давайте поорем, покричим! Итак, я давайте оглашу вообще, благодаря кому сегодняшнее событие здесь состоялось. Вот такой краткий, именно отдадим. В целом, Inform, Лиск. Итак, компания Essien Group с торговой мазной Южной, иномаркой Южная. Это генеральный сегодня спонсор, вообще, кто поддержал, благодаря кому все это протащили. Также я хотел бы поблагодарить Дмитрия Яковлева, это художник, который рисует там. Давайте похлопаем, каждый год приезжает и рисует картины. Громче хлопаем! Также у нас сегодня большой день, опять же, он посередине, его просто невозможно не заметить. YouTube-канал, подписывайтесь. Именно интересные видосики пилит, особенно когда на рыбалке души красит там. Итак, именно индустриальная зона Антустык, CrossFit Шенген. Благодаря Феркан Сити, который предоставил эту площадку, также давайте поаплодируем. Без них сегодня не было бы шоу. Они, кстати, сегодня выделили немеренное количество билетов на гравити. Я думаю, практически каждому сегодня будет возможность попрыгать там на батутах абсолютно бесплатно. Так что участвуйте в нашей программе. Также скажу, мотоконюшня, Соут Гараж, просто реклама, благодарим эти баннера. Мотостайл, звук от компании Карзапой. Итак, ТВК, Том Металлист. Кстати, ребята последние очень подключились, но молодцы, поддержали, очень приятно. Также городской акимат, благодаря им это все возможно. Благодарим стоит МЧС, скорые, благодарим сопровождение сегодня городского акимата. Давайте похлопаем, мы же любим городской акимат. Громче. А то смотрите, в этом году никому асфальт по дворах не поменяют. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Также такие бренды, как Яко, моторные масла, Матюль. Ладушки усадьба, которая ежегодно предоставляет тортики для прекрасных детишек. Если кто не знает, мы перед тем, как сюда приехать, в целом ездили в детский дом, который находится в районе Хамзы. Там это ежегодное наше событие, покатали детишек, зарядились от них энергией и приехали к вам сюда поделиться. Также Nimex Trans, наш также постоянный партнер, фирма Omar, торговая марка Elman. Также Gravity Arena нас поддерживает. Я говорил, что будет много сертификатов. Айтен, Пент сегодня будут играть. Это, кстати, уникально. Сегодня, ребята, одна из лучших таких команд играет, я вам так скажу, не хуже ZZ Top, если кто знает. Там будут зажигать, ребята уже готовятся там. Я вам так скажу, начищают. Это такие колоритные, настоящие рок-музыканты, которые готовятся выйти и зажечь. Поэтому давайте похлопаем им тоже, потому что вы хотите услышать живой звук. Дайте еще шума, еще сегодня будет вам поднимать позитивное настроение. Один из лучших диджеев города Шымкента — это диджей Максимус! Ну же, поглубее! I'm a fucking VIP. Ну да, мы тоже тебя рады видеть. Итак, I-10 Band сегодня, ребята, также будут выступать. IBM Шымкент сегодня, Heavy Arts 13, кальянный релакс новый уровень. Опять же, я скажу, по правую сторону от меня, возле Gravity Arena, любой желающий может подойти, так сказать, насладиться чудесным, вкусным кальяном именно свежего табака. Ребята сегодня дают дегустацию абсолютно бесплатно, поэтому давайте пробуйте, кто хочет попить. Вот там вот машина красная стоит по правую руку, там краник подходите, открывай, там тоже воды много бесплатной. Итак, также сегодня Евгений Бартошек, это часы ручной работы, он 4 года занимается, также стоит возле Gravity Arena, из виниловых пластинок лепит. Просто потрясающие ручной работы часики, также можете подойти, ознакомиться, купить. Так, и Untied Group, это сегодня у нас будет также ребята выступать здесь, будут поддерживать. Итак, мы начинаем, давайте похлопаем нашим спонсорам, благодаря которым это мероприятие состоялось.
до сезона, а у нас все!